Дворец культуры Яуза – место притяжения мытищинцев и гостей города. Именно здесь проходят главные праздничные мероприятия, деловые встречи, форумы, ярмарки вакансий и культурные события. За всем этим стоит сплоченная команда во главе с директором Светланой Воеводиной. В этой должности она уже 3 года. Верно, 35 лет я проработала в банковской деятельности, делала эту работу с удовольствием. И на какой-то момент я решила, что мне все-таки нужно поискать что-то такое для души. И вот поступило предложение работать в ДК Яуза. Поехала, посмотрела, что это за ДК, что это вообще за территория. И мне это очень понравилось. И я решила попробовать и не ошиблась. Это действительно работа для души. Свой первый рабочий день Светлана Юрьевна запомнила очень хорошо. Это было 1 октября 2021 года. Тогда она и познакомилась с коллективом. Я познакомилась с замечательными сотрудниками, которые у нас работают в ДК Яуза. Вот, особенно молодежь, которые, собственно, пришли сюда незадолго до меня и начали разрабатывать бренд ДК и начали осуществлять существенные изменения внешнего вида, внутреннего убранства. Помимо этого началась большая работа для посетителей дворца, чтобы каждому было интересно находиться здесь. Особый акцент был сделан на молодежь, потому что она составляет 85% от всех посетителей Яузы. Мы ноу-хау такой нашли, это в этом вот сезоне последнем. Сложная такая достаточно публика, взыскательная очень. Подростки от 14 до 16 лет. Мы нашли новый формат с ними взаимодействовать. Придумали вечеринку, провели опрос. Оказалось, это очень востребовано. Коллеги отмечают, что с приходом Светланы Юрьевны Дворец культуры зажил новой, яркой и насыщенной жизнью. На летучках они обсуждают новые проекты, делятся идеями и воплощают их в жизнь. Очень многое поменялось в жизни Дворца культуры в плане организации всех процессов, начиная от деятельности кружков, концертной деятельности, и так кончая вопросами всестороннего обеспечения. Новый руководитель нашего учреждения, очень грамотный специалист, чуткий, отзывчивый, собрала вокруг себя единомышленников, много новых специалистов к нам пришло. Дворец культуры развивается, расцветает. Сегодня Дворец культуры готовится к празднованию своего 30-летнего юбилея. Для каждого сотрудника это настоящий праздник. Все наши коллективы будут участвовать. Мы готовим замечательный концерт. И мы ожидаем много гостей. И все желающие, кто хочет посетить наш праздник, то милости просим. Праздничный концерт состоится 31 октября в 18:30 в Большом зале. Гостей ожидает много сюрпризов. Вход свободный. Екатерина Шарыпова, Максим Силаев, Первый Мытищинский.